Так, друзья, в продаже Toyota Mark II Blit в кузове Universal. 2002 года автомобиль с 2-литровым мотором, 160 лошадей под капотом у данного автомобиля. Автомобиль в неплохом состоянии. Есть недочеты по ЛКП, такие как вот затертость на заднем бампере. Скольчики имеются. В остальном автомобиль вполне достойно себя показывает. Пробег у автомобиля 189 тысяч, вся штатная мультимедиа, электропривод, зеркал, также электростеклопакет, есть обогрев боковых зеркал, установлена сигнализация. Автомобиль неплохой, комфортный, тканевый салон. Тоже весь целенький. Тачка после химчистки. Поэтому автомобиль мы освежили. Все, кто заинтересовался данным авто, мы идем к нам на тест-драйв.